Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гетим випуску. Гомель-Херсон – нові перспективи супрацовництва. Сьогодні у регіоні протягується візит української делегації. Золоті початки. На Гомельщині розпочалася уборка кукурузи на зерні. Гомель юбілейний. Завтра город відзначить 875-й день народження. А зараз об гетим і іншим більш подробязно. Сьогодні у регіоні протягується візит офіційної делегації Херсонської області України. Гості наведають Мазырський район, де ознайомляться з витворчим процесом на нафтоперепрацовчому заводі і шерегу інших підприємств. А напередодні українська делегація ознайомилася з промисловими, культурними і спортивними об'єктами обласного центру. Під час зустрічі з керівництвом нашого регіону визначені пріоритетні накірунки супрацовництва. Один з найважніших – гэта туризм. Поміж двома городами планується наладити паветраныя пасажырскія перавозкі. Гэта паслужыць стымулам у тым ліку для развіцця спартыўнага турызму. Украінскія гості высока ацанілі якасць спартыўных пляцовак і выказалі намер праводзіць у Гомелі турніры і спарынгі з мясцовымі спартсменамі. Што тычыцца эканамічнага супрацоўніцтва, тут існуюць добрыя перспектывы ў камбайнабудаванні. У Херсонскай вобласці плануецца стварыць сумесную з Гомсельмашам вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі. У прошлым году был рост Гомельскай области товарообороте с Украиной. И в этом году я вот смотрю по тем цифрам, которые имею за 7 месяцев, порядка 140%. И если в прошлом году товарооборот составлял 400 миллионов долларов в Гомельской области с Украиной, то в этом году я вижу, что он будет гораздо выше. И ваш приезд сегодня, я думаю, тоже добавит к нашим отношениям, добавит товарообороту и позволит сегодня воочию найти подходы, которые позволили действительно достойно развивать наш регион. Черговым кроком на шляху до узмацнения экономичных сувязей стане визит у отказ. Старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Дворник отримал запрошение на юбилейный 10-й международный инвестиционный форум, який пройдет у Херсонской области наприконце вересня. Завтра, 16 вересня, мясцовые улады проведут черговые прямые телефонные линии. На питание жыхароў Гомельской области откажет первый наместник старшини облвыканкама Александр Викторович Миколуцкий. Звернуться до него можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеле 33 12 37. А у Гомельским гарвыканкаме прямую линию проведет наместник старшини Сергей Анатольевич Радюк. Номер телефона 75 18 54. Да інших тим. Стан дзяцей, які атруціліся сродкам ад насякомых у санаторыі Светлагорска, стабільны. Двое падлеткаў у рэанімацыі Гомельскай абласной бальніцы. Траіх перавялі ў дзіцячае гастраэнтэралагічнае аддзяленне. Ім прадставілі ўсю неабходную меддапамогу. Раней з дыягназам атручвання, як высветлілася растворам чэмернай вады, гэта сродак барацьбы з паразітамі, школьнікі паступілі ў Светлагорскую бальніцу. Пасля курсу дэтаксікацыі пацярпелых перавялі ў Гомель. Диагноз отравление чимерицей, в общем-то, это вещество, которое используется в сельхозпромышленности, дезинтоксикационная терапия, антидотная терапия, ну и наблюдение. Состояние стабилизировано полностью. Зараз усе обставины инцидента высветляют правоохранительные органы. У Гомелі-Речиці 16 вересня пройдуть акции по экспрес-тестированию на ВІЧ. Мероприемства отбудутся у рамках республиканской информационной кампании, тычатся навод тех, кого не тычатся. У Гомелі основной пляцовкой станет площа Паустання. Зробить экспрес-тесты пропонуют усім жадающим у 11 годин. У Речиці зробить гэта можно будет у 16 годин на набережной Днепра. Нагадаем, у мае в гомельских аптеках з'явіліся тесты по вызначэнні ВІЧ у слине. Яны дозволяют самостоятельно на протягу нескольких хвилин доведаться про свой ВИЧ-статус. Господарки региона приступили до уборки кукурузы на зерне. Работы зараз ведут у 4 районах в области. Початки обмолочены на площади каля 300 гектаров. Собрано 2000 тонн при средней урожайности 64 центнера с гектара. Господарки Мазырского района с каждого гектара намолочивают по 80 центнеров збожжа. Наши мазырские коллеги побывали на палетках экспериментальной базы «Крынічная», предприемство, якое обеспечивает насеннем всю краину. Зерняуборочная техника отправилась на мехдвор и заступила свое место комбайном для уборки кукурузы. Царицу полев убирают до самой поздней ночи. За смену получалось где-то около 100 тонн, по 150 тонн. Ну а за уборку по 3 тысячи, по 4 тысячи.
Ураджай кукурузы ў гэтым годзе абяцае быць вялікім. На масавую уборку прадпрыемства выводзіць увесь свой арсенал – 11 адзінак тэхнікі. Час, калі пара прыступаць да работ на канкрэтных палях, з дакладнасцю вызначаюць аграномы. Разберёце вот пачатак кукурузы, разламываеце, отламываеце зерновку і пытаецеся её здавіць. Если зерновка уже как бы не даецца, уже там сухое вещество, то она готова к уборке на зерно. Влажность должна составлять от 35 там, до 38, можно даже 32, как бы, ну не больше 40. Больше 40 она давится, еще она непригодна к уборке на зерно. Каля 30% посяўной кукурузы на Мазырчыне будзе убрана на насенне. У Крынічным пад гэтыя мэты выдзелена 750 гектараў, работы на якіх плануецца завершыць да пачатку кастрычніка. Сабранае на гэтых палях збожжа паступае на кукурузакалібровачны завод. Гэта профільнае прадпрыемства забяспечвае насеннем гаспадаркі не толькі Гомельскай вобласці, але і ўсёй Беларусі. Нам пачаткі паступаюць із 25 хазяйств сырьевой зоны. Вот. Ожидаемое поступление початков на завод 20 тысяч тонн. Ожидаемый выход семян из этого количества поступлений початков на завод 10 тысяч тонн готовых семян к реализации. За кукурузным этапом уборочной кампании сочить и профсоюзная организация. Спаборництво помеж працаўниками полев протягивается. Усяго в этом году в Мазырском районе каштовные подарунки от профсоюза АПК отримали 160 механизаторов и живеловодов. Але головные выники еще напереди. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал Мазыр. Специально для телерадыёкампаніі «Гомель». У нядзелю сваё прафесійнае свята адзначаць работнікі лясной гаспадаркі. З гэтай нагоды ў Гомелі прайшоў урачысты сход. Сёння лясная гаспадарка ў ліку галін, якія развіваюцца найбольш дынамічна і стабільна. У гэтым годзе тут выконваюцца ўсе без выключэння прагнозныя паказчыкі. У Гомельскай вобласці дзейнічае самае вялікае лесагаспадарчае аб'яднанне. 179 лясніцтваў з агульнай колькасцю працуючых каля 7 тысяч чалавек. Сярод прыярытэтных накірункаў ахова і аднаўлення насаджэнняў, а таксама модернізацыя вытворчасці. Зараз лясгасы рэгіёна пастаўляюць прадукцыю не толькі на ўнутраны рынак, але і ў 14 краін свету. Атрыманыя прыбыткі дазваляюць набываць новае абсталяванне і павышаць зарплаты работнікам. У асобных лясгасах заробкі спецыялістаў, занятых непасрэдна на вытворчасці, ўжо зараз дасягаюць 1000 рублёў за месяц. За добрасумленную працу, высокі прафесіяналізм шэраг работнікаў атрымалі падзякі прэзідэнта Беларусі і Савета міністраў, а таксама ганаровыя граматы. Я хотел бы отметить, что труд работников лесного хозяйства очень ответственный, почетный, но все-таки и очень тяжелый. Это со стороны кажется, что это все так легко, все само собой растет, ничего не нужно делать. Это надо любить эту профессию, это призвание. У нас в области сейчас на сегодняшний день работает более 7 тысяч работающих. І текучасці кадраў, очень мала текучасць кадраў. Дарэчы, генеральны дырэктар Гомельскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Міхаіл Супрун сёння стане госцем праграмы «Дыялог». Яна выйдзе ў ефір на тэлеканале «Беларусь-4» ў 19 гадзін 20 хвілін. Свае пытанні, прапановы і заўвагі вы можаце выказаць па нумары прамога ефіру ў Гомелі 34-00-43. У ГДУ імя Францыска Скарыны прайшоў семінар для будучых спецыялістаў IT-сферы, сучасныя метады праектавання і распрацоўкі праграмнага забеспячэння. Яго правялі лепшыя супрацоўнікі кампаніі IBA. Асаблівасць у тым, што на працягу ўсяго мерапрыемства яны размаўлялі з аўдыторыяй на англійскай мове. IT-індустрыя ў нашай краіне развіваецца вельмі хуткімі тэмпамі. Распрацоўка высокаэфектыўнага праграмнага забеспячэння для вядучых кампаній свету беларускім спецыялістам па сілах. Яны складаюць дастойную канкурэнцыю сваім замежным калегам. Сярод сапраўдных прафесіяналаў галіны шмат выпускнікоў Гомельскага універсітэта. З мэтай удасканальвання падрыхтоўкі студэнтаў налажана супрацоўніцтва з такім гігантам IT-індустрыі, як IBA. І размова не толькі аб праграмаванні, каб быць запатрабаванымі ў прафесіі, неабходна амаль дасканалае веданне англійскай мовы. І таму падобныя семінары плануецца праводзіць на пастаяннай аснове. Для нашай кампаніі это очень важнае мерапрыяцце, потому што большинство спецыялістаў, работающих в IBA Гомель, это выпускнікі ГГУ Мінінскарины. Сегодня без англійскага языка спецыялісту в інфармацыйных технологіях достаточно сложно найти интересную нішу для свайго развіцця і інтэлектуальнага, прафесіянальнага і матэрыяльнага, і поэтому
мы думаем, что это будет взаимовыгодное сотрудничество в области английского языка. Як протяг супрацовництва створення на базі компанії IBA Гомель філіала кафедри англійської мови. У її состав будуть уваходити як викладчики ГДУ, так і спеціалісти підприємства. Гомель рыхтуется означить свое 875-летие. Юбилейное шоу обещает быть по-особливому масштабным, ярким и видовищным. Одно из первых мероприятий, присвященных Дню города, пройдет уже сегодня вечером у Гомельском державном цирку. На арене разгорнется маляуничее сценичное деяние, которое расскажет про историю створения города над Сожем и вехи его развития, об великом народном подвигу у его жихаров у годы Великой Отечественной войны и про сучасное досягнение. То радует, что и это здорово, что сам цирк, арена, она располагает так, чтобы световые эффекты, они были полностью погружены нашим взглядом, и наши зрители, гости вот это созерцали, видели вокруг, что происходит, вот это все действо. В этом вся, конечно, прелесть. Прелесть в том, что будет видеоматериал показан не только на стенах, но и на потолке. И это будет как бы дополнять сюжетную линию этой программы. Официальная церемония открытия Дня города на площади Ленина повстанет у выгляде музычно-театрализованного прологу «Гомель юбилейный» у субботу 16 вересня. У им возьмут удел больше за 500 мясовых артистов, а так само зорки белорусской эстрады. По концепции святочной программы на один день Гомель перетворится у саправдный мегаполис. У им з'явится 12 мини-городов. Будут тематические площадки: Гомель мастеровой, Гомель спортивный, Гомель цветочный, музыкальный, молодежный, юный, Гомель гастрономический. Мы представим в таком своеобразном формате новом фестиваль еды. Планируется большой комплекс мероприятий, в том числе рассчитанных на разную публику. Это и город мастеров, это и фестиваль уличного искусства, это молодежная площадка с экстремальными видами спорта. Практически по всему центру города развернется несколько площадок для самых маленьких наших жителей. То есть сегодня мы не концентрируем детскую площадку где-то в одном месте. Сегодня есть возможность у родителей занять ребенка практически на территории всех праздничных мероприятий. У другой половине дня цікавые культурно-забавляльные программы со своими особенностями будут организованы у каждом районе Гомеля. Завершальным аккордом свята станет фейерверк, который будет запущен с 5 кропок. Виртуальная реальность – технология, якая дает возможность здесьнить самые невероятные подорожжа. У наведывальников галереи Гаурии Лавашенки появилась возможность у прямом сенсе опынуться у картине. У основе экспозиции – стерео, лайт-панели, а так само лишьбовые картины. Их створали российские майстры этого уникального мастерства. Глядачи могут по-иншему бачить работы ведомых во всем свете живописцев. А так само познайомиться с концептуально новыми виртуальными полотнами, которые насыщены стерео и видеоэффектами, динамичными просторами и незвычайными истотами. Для огляду выставы гостям выдают специальные визоры, дякуючи яким кожная картина отримливая свой протяг у часе и просторы. Проект накерованы на то, как познайомить глядача с инновационными личбовыми технологиями, якія выкарыстовываются у сучасном остатстве. Дарыча, Гомель стал первым городом у Беларуси, где представлена гэтая выстава. Это такой новый вид искусства, который получил название «Цифровая живопись». И ряд художников работают в этом направлении. Они создают эти цифровые пространства, в которых потом, когда работа уже создана, можно двигаться. И если в это цифровое пространство запустить некую сферу из 12 видеокамер, то можно снять 12 потоков видео, которые снимают пол, потолок, справа, слева, сзади, и показать зрителю то, что он не видит на одной двухмерной плоской картине. Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Сергей Нігяревіч.